что такое 3D-документ, отличие просто от 3D-вида, и зачем он нужен, чем он удобен. Вот есть лист, первая вкладка, и тащу отсюда перспективу. Бросил. Это у нас просто картинка JPEG. Видите, вот они пиксели. Тут мыло вылазит, лесенка, значит это просто картинка. И все. А мы могли бы сделать из 3D-вида 3D-документ. Вот 3D-вид есть. Щелкаю правой кнопкой мыши, когда ничего не выбрано в любом месте. Новый 3D-документ на основе 3D-окна. Могу как-то назвать. Оп, появился. Минус в чем? Тут нет текстур, нет возможности отображать текстуры. Ну нет и все. Вот тут текстуры могут быть. 3D-документ просто заливка однотонная и все. В чем плюс? Во-первых, он масштабируется. Тут не вылазит там ни мыло, ни эти пиксели никакие. Во-вторых, мы можем здесь его оформлять. То есть в 3D-виде мы не можем ничего добавить. Там текст, сноски, картинки. А 3D-документ позволяет как угодно аннотировать. То есть его оформлять. Можно поставить размеры. Размер. И прям в 3D размеры ставятся в перспективе. То есть сам вид такой схематичный, не фотореалистичный. Зато можно его использовать как схему, чертеж. Сюда же можно закинуть какую-то картинку. Ну, это все понятно. И теперь, что он появился у нас здесь. Вот они 3D обычные, а вот 3D документ. И точно так же можно его запихать на лист. Открываю лист, иду на первую вкладку, бросаю 3D-документ. Вот он масштабируется бесконечно. Мы никаких лесенок не видим. И заодно вот про вот это вот название. Уже рассказывал, но еще раз повторю, как убирать. Выделяю. Вот они свойства. Колесиком мотаю. Тип заголовка, меняю нет заголовка. Вот оно исчезло. То есть для каких-то схемок упрощенных это очень удобная штука. 3D-документ.